Пока здесь тишина, не слышно гула работающих газовых котлов. В селе Николоберезовка котельные, которые обеспечивают теплом 55 многоквартирных домов и социальные учреждения, полностью готовы к зиме. Все работы выполнены. После завершения отопительного сезона, согласно распоряжению главы администрации, согласно утвержденного плана мероприятий, идет подготовка к новому отопительному сезону. Были проведены испытания на всех сетях. И внутри котельных провели соответствующую работу по промывке теплообменников с полной разборкой, чистку фильтров, ревизию насосного оборудования, провели планово-профилактические работы и техническое обслуживание электроприборов. Также были сняты и отправлены на госповерку контрольно-измерительные приборы. Со слов директора теплоэнергетической компании, подготовка к новому отопительному сезону идет по графику без опозданий. В котельной Куянова работы по замене и обновлению оборудования продолжаются также согласно установленным срокам. На данный момент у нас идет работа по замене сетевого насоса в котельной номер 3. Были завершены работы по промышленной экспертизе котлов котельной номер 1. И провели соответствующую работу по чистке в тепловых камерах. В 12 камерах провели ремонтные работы по ревизии запорной арматуры и по герметизации тепловых камер. К предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить не только котлы, клапаны, насосы и датчики котельных, но и в целом всю тепломагистраль, чтобы зимой тепло без проблем доходило до конечной точки. Кроме этого, теплоэнергетическая компания ведет работы по подготовке к предстоящему сезону объектов водоснабжения района. На сегодняшний день проведена промывка и дезинфекция резервных емкостей у Розаева и в селе Куянова. По 500 кубов, 4 емкости. Провели работы по подготовке насосных станций, водонасосные и канализационные станции. На сегодняшний день ведется работа по замене водоводов в селе Куянова и подготовительные работы по замене водовода в Новом Буртюке. Общая готовность предприятия к предстоящей зиме составляет 85%. Также создан необходимый запас резервного топлива. Отопительный сезон, как и прежде, начнется, когда среднесуточная температура наружного воздуха опустится ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд.